Всем привет! Хочу с вами поделиться своими впечатлениями о сайте Мыло Опт, на котором я заказываю для мыловарения себе каждый раз новые товары. На сайте очень большой выбор и очень доброжелательные продавцы-консультанты. Давайте же посмотрим, что я сегодня себе заказала. Так, изначально хочу вам показать твердое кокосовое масло, которое очень хорошо используется в варении мыла с нуля. И пальмовое масло также очень хорошее. Далее я себе взяла килограмм попробовать основы белорусской, основы для мыла. Далее также взяла себе сухоцветы лаванды, ромашки и розы. Также хочу добавлять понемногу в мыло. Далее взяла себе для ручной работы бирочки для ручной работы. Мне очень понравились. Можно их использовать в Далее взяла себе вот такой вот наполнитель бумажный, потом две баночки по 100 грамм глицерина, далее отдушка черный лед, потом отдушка апельсиновая, далее лимон и лайм, потом орхидея, вот, и лаванда. Отдушки здесь как Украина, так и Франция. Далее взяла себе формы. Формы мне очень понравились. Две я сегодня уже, естественно, испытала. Испытала я сегодня вот такую вот форму портмоне. Вот так вот выглядит портмоне. И испытала я сегодня, испробовала уже настоящий мужчина. Настоящий мужчина у меня получился. Очень плохо передает свет, очень освещение плохое. В конце ролика я вам покажу, как оно, фотографию набора. Далее взяла вот такое вот сердце с бабочками. Также взяла сердце ромашка. Вот такое. Далее вот такое вот сердечко, мне очень захотелось, красивая парочка, сладкая парочка. Далее долька апельсина, потом мыло, такое волнушка, вот, потом обычный прямоугольник, и я очень люблю цветы, такие как орхидея, вот. Потом взяла также себе еще вот такие вот пакетики. Ними можно мыло заворачивать, в них вот такие вот они, одноразовые, можно так сказать. Вот. Ну и взяла две силиконовых формы. Одна это цветок и такая вот звезда. Вот. Хочу сказать, что сайт мне очень понравился, товары также качественные, доставка очень быстрая. Я вчера заказала посылку, сегодня я ее уже забрала. Вот. Всем спасибо, всем хорошего настроения.